привет! Это программа ТОП-10, и я сегодня не гость, я сегодня ведущая, представляете, я сама в шоке. Не, прикинь, ты гость, я ведущая такая. Все возможно. Всем привет! Я очень сильно что-то переживаю. После меня такая соска просто, представляете, она в жизни еще лучше, чем на экранах. Там я не очень буду, да, типа заранее? Да, это слава НДМ, ой! Эй, кстати, с самим местом, это НДМ, я за тобой сижу, прикинь, 2000, ой, у меня аж язык, 2019 года, у меня этот, ты когда песни габарнул, вот. Минсан, отметка съем, ой, прикинь. Сейчас я тебе покажу, вот, чтобы ты понимала. Можно, да, я покажу? Просто, чтобы она знала, кто я такая. Я твоя фанатка. Смотри. Это самый первый выпуск. Вот, 16 февраля. 16 февраля. Прикинь, это своего. Вот, и хунган, нормально, все нормально. Сегодня классно. Ну, я всегда в 10 просыпаюсь, сегодня проснулась. Просто я слышала, что нормально. Если ты этот, не высыпаешься, ты злая, короче. Нет, я если я голодная, я злая. Если ой, я хайда. Без секса, я злая. Ой-бай! Ну ты злая, походу, здесь. Подожди, нет, что я? Я на всякий случай вот тебе кофе принесла. Ух ты, блин, спасибо. Кутигр восстал, да? Единственное, я после чистки зуб, и мне нельзя пока краситель кофе. Он, да, и я, а потом как-нибудь выпьешь. От меня, Инда. Главное, не это кофе, рахметки. А, кстати, девчонки, вы кухня все жарали. Олечу здесь могут кинзу. Сумкан дал пердеш, нехта, кухня все. Казгар товарищи. Ерный нормальный актер, стой верме. Кирпиш шпыткен ғой, ермеш. Айта сал, я, чтобы завтра не писали. Короче, бір жағына гиалуронка салынғанды, бір екінші жағына асығып шық кетті бұл шақыға. Кстати, я вижу, да, ты массаждарға барасын. Иә, лечебный массаждарға барамын всегда. Ты какого года вообще? Я 97-го. Мам, мне бы дожить до такого дети. Я 2000-го. Серьезно? Я почему-то думала, тоже примерно 97-го. Правда? Нужно на массаж лечебные записаться. Не-не-не, ну типа... Старо выгляжу. Нет, да не это, общение, наверное, больше. А, да ладно. Только ты жасно. Біздің әрқайсымызға таңдау жасау керек. Таңдауындағы шешім сенің болашағыңды анықтайды. Бұл әрдайым оңай емес. Бірақ бұл мүмкін. Мен өз таңдауымды жасадым. Ал сен дайынсың ба? На 10-м месте у нас, ой-бай, капец, сейчас будешь в шоке, Джахэль. Искал тебя, доверившись судьбе. Классная, да, песня? Как ты вообще относишься к его творчеству? Мне он очень нравится. Я помню студенческие года, я очень часто его слушала. Особенно, когда вот только вышел «Секс-наркотики». Да, это капец. А, да, здесь никого нет, кроме нас. Ой, у меня же мурашки, представляете? Ужас. Ой, я обожаю этот альбом. Да, этот альбом самый лучший. Да, еще Анандай, чуть-чуть так и те, только из Зендах. Все, что мы любим. Кекс, компотики, да? Да, нет, только здесь его из грязная, братьями, вообще, этот, считаешься. Секс, наркотики. Ой, бать, а тебе бы сказать. А на Улин, здесь никого нет, кроме нас, легенда жила. Сжигает дотла, сжигает да, тебя. Да, да, да. Короче, соло Улиндер дует тебе жах скорее возьму. Сонг Улиндер, он хат на майдуке, только Джадуа. Ну, сейчас классно. У него более такие спокойные песни, да? Да, мне кажется, ну, это же такая история, артист взрослеет, растет дальше, и он вроде бы женился, и тем более у него, конечно же, тексты тоже будут меняться. У Скриптонита также, например, последний альбом у него совсем другой, и по смыслу другой. А раньше он говорил там про тоже секс, наркота, гулянки, все дела. Все на шангуэс, не любишь? Я считаю, ой, я хуйкеткем. Эй, курдык, вот это твое, то, что по новостям тебя показывали. А, кадырган ба. Кадырган, да. Улип кадырм снова. Кадыру деген, это калмай другой ол деген. По Джок Альбу он мне очень нравится, плюс я на его студии записываюсь. А, ты знаком с ним? Я с ним лично не знакома, но я не прочь с ним познакомиться. Мне очень печально, что 10-е место, но я понимаю, что это казахстан. Казахстанский такой, казахстанское голосование, поэтому для меня это никакой роли не играет. Он для меня на высших. Для нас он топчик всё. На 9-м месте у нас Турар и Алиша. Болмайды песни, знаешь? Я его знаю, у нас был общий друг.
Мы там на съемках где-то познакомились. Раньше я же танцами занималась, и на съемки ходила. Минкурдым, кстати, да. Потом кое-как уже общение с Томой Киткиненкин, уже недавно курдым. Я думаю, о, молодец. Поднялся, видишь? Да, поднялся. Сол кезде караоке да күшті өлең айтып жүретін. Она была бір күн стрельнет деген. Сездім ба? Өдіргайты сайын, как обычно. На самом деле, вот в 19-м году, когда ты была на песне, мне саған сенгем. Это благодаря мне ты поднялся. Если честно, именно Улен не помню, но мен бір Улен бірем, который прям хайпанул уже в ТикТоке, и андай махаббат жайлы. Просто қоспайсыңдар да, онында қоспайды екен. Қосындаршы? Қайдан білем мен ол Уленді? Ты не пали так қосады деп ойлап жүр ғой адамдар? Ты че? Нет. Они думают? Нет. Да, бүкіл бет наш, давай скажи. Да, а потому что я сижу здесь туплю, получается, да? Не знаю, какая песня. Да, не знаю, какая песня. А вам они по монтажу покажут так, будто я все слышала и нифига не знаю. Типа, чего? Это обрежьте, просто когда я только пришла, вот я подумала, блин, что, Сеймо, еще бриншерет, я ведущая, я так боюсь вообще. Я думала, что придешь такая, хай, бич, я здесь королева. Я трнахну, битый. А ручей. А ты, оказывается, миленькая, хорошенькая, видишь, казахун, харадумалак, харапаем хазыки. Восьмое место у нас Криптонит, чистый Диенурен. Минин главный кумиром. Скриптонит. Скриптонит. Да, да, ну, чиромасин. Он кызвар. А, да, ну. Мне нравится, как он вообще себя ведет. Смотри, скриптонит, он всегда вообще в тренде, кажется. Да, он такой, он вообще не хайпует, он не строит какие-то стратегии, ничего не расписывает. У него все так идет, люди его слушают, он на хайпе, он на приятном, на белом хайпе. Так меня занесло в оптимист. Я просто никогда не видел чистый. Дороги истоптал свои ботинки на твоем умении, но на кроссовке чистый. Да, седьмое место у нас Райм. Райм и Артур, да? Чок, Райм, они же распались давно. Ну и доброе утро, Тати! Они же распались, ты не знаешь? Сейчас Райм выпустил свой альбом. И знаешь, как клип снимался? Я вообще видела, когда... 18 минут, все песни, и он в машине, короче. Я знаю последний трек. Это не последний, кстати, в 18 году он вышел, и в 20-м, по-моему, карантин он стрельнул в ТикТоке. Тело твое, блайда, блайдик. Я вот слышала новый трек, тебя сука. Не, сус, на это он не новый. У него сейчас вот есть песня Where are you, меня Алсен покинул. Но я последнее время почему-то очень мало музыки слушаю, но если я слушаю, я слушаю зарубежные в основном. А ты из казахстанских вообще кого-то слушаешь? Ирина Кайратова. Махаба Саби мне очень нравится. О, да, блин, что она, да. Она классная. Я недавно вот открыла YouTube, я прям смотрела, ой, я слушала ее песни. Да, недавно, да, тоже стрельнула? Нет, если честно, я ее слушала, у нее был трек «Кэктем Шуа», я в универе училась. А еще пару треков у меня есть в плейлисте, и недавно она стрельнула, наверное, это в ТикТоке. Хочешь бери курсун де. Да, классная песня. Там смысл вообще крутой. У нее все треки такие. У нее нет таких бессмысленных треков или же для тоя типа такого нет. У нее реально со смыслом. И те, кто понимают казахский, для них это прям мед для ушей, так, я бы так сказала. А еще Ирина Кайратовна, конечно. Делякур, Хиро, Ирина Кайратовна, Скриптонит, The Queen. Вот главные, которых я помню. Толдерс. Сонымен Райм, да? На седьмом месте. Молодец, хороший трек, мне нравится, по идее. Ой, Вась, следующий вообще, мой любимый трек, моя любимая исполнительница, вообще обожаю ее, Дисинг, а? Так, Ай, Офишл, знаешь такую? Мама, я влюбилась. А это же блогер. Да. Она что, тоже поет теперь? Ой, без блогера, наверное, галочка еще не снимет, Дизи. Как ты вообще относишься к тому, что блогеры лезут в индустрию музыкальную? Если честно, мне все равно. Места хватит всем. Главное, чтобы нашли своих слушателей и выпускали то, что им нравится, а не то, что на хайпе. Да, а второе, я против этого.
Мне-то что? Это мне погоду не делает, во-первых. Mm-hmm. Я могу переключить, я могу отписаться, заблокировать. Есть выход из этого, люди не обязательно там всех обсирают вот так вот. А вообще, как ты относишься к хайп, тегендерге, калай гарайсы? Я тебя вот 3 дня обсуждала с твоим животом, если честно. Я всем рассказала. Ты просто для прикола, да, это закинула? Я просто закинула, потому что у меня живот просто опух. Это из-за мамопластики. Я же сиськи сделала, видишь, какие я без лифчика хожу, конечно. Это уже не мои мышцы. Да, там этот, там только соски. Ой, ладно, простите, я не буду. Соски остались. Так что стучали прям. Ты думаешь, соски убирают? Ну, я не знаю, как это делается. Хочешь мои потрогать? У меня нету просто. Она просто снизу открывает, туда импланты вводят, и все. Они не светятся? Значит, я подумаю, мне говорили, кстати, я хотела проверить, я еще не проверила. Надо записать, чтобы я не забыла. Знаете, можно вот так вот фонарик включить, и снизу вот пояс, да, и свет у шерстен, она светится. Типа синий. Прикинь, Свет, вышел косаем щегмин, раз. Что это? Что я сказанула? Ну ладно. Мама, зачем я так влюбилась? Зачем я так влюбилась? На 5-м месте у нас твои любимые, мои любимые певцы. Ирина Кайратовна, да, Хиро де ля Кур. А, нет, Укен. Я. Сон, Укенмад, мя Хукен, тебе хужен. Этот трек мне не зашел. Серьезно? Только Деля очень круто вывез. Я просто хочу открыто сказать, потому что я вот всегда фанатею от ИК, но именно в Укенк мне не зашел, ну, я же не могу сейчас просто подлизываться, если они не нравятся. Но именно вот эта работа не особо зашла, но клип, конечно, крутой, наверное, если бы он без клипа был, наверное, тяжеловато было слушать, да. Я, например, не скачала. Но 5К я обожаю. 5К и без клипа, мне кажется, был зашел. Потому что он, во-первых, танцевальный. По-моему, в тексте нет смысла. Нет, в клипе просто, да, прям. Клип вывез со смыслом. А в целом, если бы даже клипа не было, мне кажется, он бы многим понравился, этот трек. Вот. Так что не очень никаким блендерен. Но именно вот этот состав, это мой любимый. ИК, Деля, Хиро, я их обожаю. А что нам ждать от тебя? Ребята, сегодня вышел мой трек Lonely. Скачивайте, свайпайте, чтобы YouTube посвайпать. Исти-верси, айта-верси. Скачивайте, снимайте тиктоки, конечно. Там парная хореография, парный челлендж мы устроили. Я буду вас всех выкладывать. Четвертое место у нас Мирас Жугунусов, Сентрала песня называется. Я не знаю этот трек, я знаю братьев Жугунусовых оттуда. Я не знаю, они очень похожи, я не знаю, про кого ты сейчас говоришь. Вот, поэтому мы можем очень быстро пропустить. Я такое вот честно не слушаю, но, возможно, я бы с ними познакомилась, пообщалась. Но это не такое, знаешь, типа, если я не слушаю, это не значит, что это человек мне этот не нравится или там не импонирует и так далее. Просто я их честно не знаю, но знала, когда была в школе, наверное, братьев Жугунусовых, они там тоже хайповали же в свое время. Я, Алла, Тимати Сос команде в Нефтево. Мне очень нравится, как он разговаривает, умение его передавать мысль, не знаю. Холостяк Ольга Дрессон. Холостяк я под конец там посмотрела, потому что это было везде. Угу. Вот, и девушка... Надоело, дешево. Если честно, девочка, которая выиграла, я знала, что она выиграет, потому что я зашла ко всем в Инстаграм, и вот именно вот эта Кэт... Поприятнее. У нее... Прет вот этот вот секс, женственность. Сикси-пэт. Ой, молодец, гений. Ты не забывай никого. Да. У меня аж я вспотела просто таких. Кичи Черма Бритисон. Все равно. Как еще рассказать? 21 плюс. Секс. Реально, вот женственность, сексуальность, умная, прям она и там знает русский, английский, казахский, русский, английский, в принципе, испанский. Ну, она мне была приятна, я сразу сказала, блин, она выиграет, и я хочу, чтобы она выиграла. И реально? Выиграла. Да. Ну, я ставила на двоих. На первый взгляд я ставила вот на Кэт и на Адель.
А она, бюро, бюро, мам. Она тоже прошла же на финал, но она сама ушла. Это которая бюро, да, бюро? Да-да-да. Вот есть... именно под финал я начала смотреть, но не выпуски, а отрывки там в Инстаграме где-то мне интересно было. И реально они прошли, ну вот эта третья я вообще не поняла, зачем. Алиса Дилин. Я ее, она как, ну, серая. А многим не нравится. Мышь, типа, знаешь. Но я все-таки знала, что Кэт выиграет, потому что она чуть-чуть взрослее. Знаете, как я сказала? Чуть-чуть взрослее. Взрослее. Волны пустила, да? Ну, от тебя тоже прет секс. Секс? Третье место у нас Еско, трек называется Сюли. Ты знаешь группу Blackdale? Я знаю один трек Blackdale. Да, вот она вообще. Классный трек, да. Это участник, они же распались. А вот я сейчас сольно. Если честно, из кей-поперов, если брать группы, я каждого мембера знаю только 91, наверное, отдельно. Потому что я их очень прям уважаю, люблю и знакома с их творчеством. А если брать, есть еще AQ, Black Dial, Newton. Нет, вот эти группы я знаю, но я не знаю, как они выглядят. Если ты мне покажешь любого с Black Dial, там, не знаю, я скажу, что это AQ, не знаю. Вот я не знаю, сколько людей там. Короче, как я поняла, эта песня просто переделанная. И они переделали. Да. То, что стрельнуло, переделали обратно, да? Да. И он да был одной. Да. Конечно, если ничего не стреляет, просто бери старый хит и еще раз сделай так, чтобы стрельнул. Сама на этой стопе. Второе место у нас Зируза. Я ее знаю. Да. Аруйна песня. Я ее не слушаю, но я ее знаю. Очень милая девочка. И пару раз виделись. У нас знакомая есть общая. У нее магазин. Вот, я у нее иногда беру вещи. Эми, блем, Лаурой? Да-да-да, Лаура. Лаура, привет, типа. Вот, иногда бывает такое, что у нас с Зирузой одинаковые вещи, а мы берем у Лауры. Одно и то же. Да, и я говорю, Лаура, ты давай нам этот, успокойся, ты говори. Если она взяла, ты же понимаешь, что, типа, мы выкладываем Инстаграм, у нее там аудитория большая, у меня аудитория большая. Не хотелось бы, конечно, чтобы написали, о, у тебя там... Я, честно, за ней не слежу. Иногда, если она там интересно входит, захожу, там смотрю, прикольная девочка. А у меня есть друг, который говорит, я так люблю вот одну песню ее. Да, қалдырып не істеп барасың? Неге бағаламадың? Я говорю, он қалдырып кетті ғой. А, я думала, қалдырып кетті. Мен сөйлеп, короче, осы өлең күшті деді да? Я вспомнила, он то этот трек тоже мне нравился. Кин он айди. Да, да, да. А так ты ее сейчас не слушаешь? А сейчас да? уже нет, да. In the minion arena, shovel the sugar lag, zavлели били тура, он мне солен тарала. In the minion arena, я shovel the sugar lag, я shovel the sugar lag, я I win and get that lag. Итак, ребята, давайте мы сейчас посмотрим наши казахстанские чарты. Итак, первое место! Первое место вообще кайфовые ребята. Угадай. Давай угадаю. 91. Yeah, а чё удивляться? Во-первых, ты сказала ребята, это уже группа. А если это в Казахстане, конечно, 91. Нет, просто когда я была здесь, на первом месте были кто? ННН и Баха Пупер. И из-за этого я подумала. Вы слышали? Да, я слышала. Баха, Айналайн, Джансол, блогер был, видишь, я тебя обожаю. Я тебя честно вот обожаю, но ты бесишь, когда делаешь песню. Вот, это такой человек, который сейчас меня поймет. Он не скажет, да пошла ты блокировать и пить там. Ишь, Саймо за меня как-то. А вы думали, да, я одна вас этот. Баху я знаю, мы с ним знакомились еще в 18-17 году, наверное. Вот. Я его тоже знаю, он вообще не изменился. Так какой был маленький, таким и остался. Ну, такой классный. Только сейчас поет, ты извини. Только сейчас тебе еще и плюс поет. Это тебя портит. Классно, мне он нравится. Но он смешной, да. Да, но
такой момент, когда я вот хочу сказать: блогеры, не лезьте, пожалуйста, в музыку. Именно в этом случае. Да, в этом случае. А так, лезть нерман, да, ревериенда. Просто меня взбесило, когда вы в трендах были. Это как я уберу? Это не убирается, понимаете? Итак, первое место у нас Night One. Классные ребята, молодцы, вообще мы так рады за вас. Очень уважаю, ценю творчество Night One, то, что они внесли вот лепту и вообще очень круто поменяли индустрию, я считаю. Недавно, кстати, я смотрела интервью Дулата, это Зак. Ты Дулат, пони? Да, мы с ним вместе вот в универе учились. Там Негенда, пафосная Алвас Нарберн, Сеймо, хотя ты Мюльдер! А еще типа... Мельдер, где? Ситвисом, нормально? Мельдер. По-казахскому? Мельдер. Вообще. Дорогие зрители, нам нужны новые хейтеры Night One, потому что старые уже стали их фанатами. Не, Дигена, цитата она. Ау! Артна она. Ау! Дитиндерой нам, Дигена. Мульдер деген саған жарасатын негізі. Если честно, мен өзім атымды осы бір жарты жыл бұрын, наверное, приняла. Я хотела вообще поменять. Мне отказали дважды или трижды. Сеймо-то хотела свое имя сделать. Ладно, есть. Послухмитнан. Ты как ты думаешь, кто мне поменяет в Казахстане на Сеймо? Чоғы нанды. Сеймо, типа, максимально. Казахша, вообще патриот. Андрей, казахсы, вот мое мнение, деген. Мое субъективное мнение, деген. Кого-то оскорбишь, потом скажет, это только мое субъективное мнение, деген. Ты не переходи границы, пожалуйста. Ой, мама, татимус. У меня такой дес несен. Вот, если что, Сеймо ни при чем, я хочу сама закончить этот выпуск. Всем, конечно, до встречи, всем, кроме моего и ее бывшего. Травьте, ухай, пойди. Сорлы бывшие, гай.